Добрый день, меня зовут Карпов Михаил. Я главный технолог компании «Бонум». Сегодня мы поговорим об осевых агрегатах. Данная тема очень актуальна в наше время. Любой руководитель компании, завгар, механик, имеет предпочтение в том или ином производителе или бренде осевых агрегатов. Давайте попробуем разобраться, а настолько ли они разные. При производстве наших полуприцепов мы используем осевые агрегаты с пневматической подвеской, дисковыми или барабанными тормозными механизмами от различных производителей стран Европы, Турции, КНР. Давайте посмотрим, чем они отличаются. Неважно, какую балку выбрал производитель, квадратную или круглую, это никак не влияет на долговечность и прочность конструкции. В первую очередь необходимо обращать внимание на сварные соединения. В данных осевых агрегатах, как вы можете видеть, сварные швы выполнены качественно, с соблюдениями всех установленных требований. Также на всех представленных осевых агрегатах вы можете видеть усиленную конструкцию крепления полурессор к осевой балке. Это является одним из важнейших элементов и позволяет использовать данные оси на российских дорогах. Неважно, как располагаются тормозные камеры на барабанных или дисковых осях, это никаким образом не влияет на работу тормозной системы. Также данные осевые агрегаты укомплектованы усиленными амортизаторами, что позволяет увеличить срок службы полуприцепа на российских дорогах. Конструкция из любой приведенной здесь осей позволяет устанавливать их с любым межосевым расстоянием по желанию клиента. Все произведенные оси сертифицированы и имеют сертификат качества. Технология установки осей на полуприцепы компании «Бонум» включает в себя 100% операцию контроля и регулировки геометрии положения колес, а также регулярно проводятся периодические ездовые испытания для проверки соответствия нормативной документации. Как вы видите, правильно подобранные компоненты и технология установки осей обеспечивают высокое качество производимой продукции. Покупая полуприцепы «Бонум», вы можете быть уверены, что сделали свой выбор в пользу качественной продукции.